Привет всем, с вами Радмит Фюрзер. Итак, вот наш Rim Room to Tower. Нажимаем левой кнопкой мыши расположение файла. Да. И что мы сегодня будем делать? Мы сегодня попытаемся открыть все государства. Так, дата. Затем вниз, самый вниз. World map. Сейчас. Где-то у нас было изображение. Показывает курсор. Вот. Чтобы было бы яснее. То есть левой кнопкой мыши расположение файла. Потом заходим в дата. Он у меня, игра находится у меня, мой компьютер, диск C, да, Program Files и Rom to Tovar, Gold Edition, да, вот затем спускаемся вниз, World Maps, потом Campaign, Imperial Campaign. И затем ищем мы. Сейчас скажу. Регион стат нет. Вот. DSCR стат TXT. То есть. Сейчас вам. Вот файл этот, вот именно вот этот вот файл, вам еще раз покажу. Этот увеличительное стекло, вот мы зашли в Rom to Tovar, дата, вот дата, затем вниз спускаемся. Ой, это я уже слишком спустился вниз. Вот. World Map Campaign Imperial Campaign. И вот этот файл. Вот он. Наш файл. Сейчас фракции у нас вот три. Римские. Вот. Римские три. А мы хотим все. То есть мы берем, вырезаем, вырезать. И здесь мы ставить. Это мы стираем. Мы вырезаем, вставляем, и сохраняем изменения. Так. Сохранить. Да. Хотел сказать, что сейчас он меня отказал в доступе, потому что лучше сделать десктоп. На десктопе сделаем запасную копию, как говорится. Так. Вот наша на десктопе запасная копия. Это оригинальная. То есть мы вырезаем. И создадим папочку новенькую, папку детку создадим и оригинальный вставим сюда, продолжить.
Я вам советую оригинально оставлять всегда. И вот копия, вот эта вот копия, что мы сделали, вставляем внутрь. Продолжить. Закрываем и запускаем ROM Flutterwash. Итак, сейчас пока она запустится, но эта игра. Да. Мы рекламу не будем смотреть эту. Escape. Даже нажимаем. Ой, какой escape. Мы. То есть одиночные. И имперская компания. И вот, вуаля, все открыты, компания у нас вся. Все, сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять. 20 штук всех. Правильно, 20 штук. Допустим, выберем римский сенат. Римский сенат. О, легкий. Советов нам не надо, советы никакие. Римскому сенату. И нажимаем play. Эта земля была нашей еще до того, как родился дед моего деда. Это хорошая. Эта земля была нашей еще до того, как родился дед моего деда. Это хорошая земля. Среди деревьев и ручьев живут наши боги. Они хранят нас. Мы счастливы. Мы охотимся. Мы любим. У нас есть семьи, дома. Это хорошая жизнь, но иногда нам приходится драться. Римляне тревожат богов. Они жгут леса, они забирают то, что принадлежит нам. Жен, детей, землю. Римляне говорят, что помогают нам и защищают нас. Они усыпляют нас сладкими речами. А когда мы просыпаемся, то понимаем, что нас обокрали. Они забирают наших сыновей и делают из них маленьких римлян. Ха! И чтобы наше по-прежнему осталось нашим, нам придется драться. Мир невозможен. Не может быть мира с римлянами. Людьми, чьи сердца созданы из камня, стали и лжи. Только война. Вот именно, только война с римлянами, а точнее с сенатом. Только не понимаю, в каком, какая хрень сенат и заставка галлов и сенат. Вот наш Рим. Вот наш Рим. Господин! Уходим! Заходим именно. Полководец! Полкоют. Марш! Ладно. Не будет полкоют здесь. Господин. Пошла. Ваша честь. Моя честь. Так. Мы то же самое можем делать. Пишу. Понятно.
мы уничтожали денег себе. Сейчас у нас 20 500. И сейчас возьмем CQRO. Так мы все выстраиваем. Итак, сейчас у нас прогрузится игрушка опять. И чтобы плятку снять, такую большую, слишком много у нас будет восстания, пишем то же самое ADD, нижняя черточка, population, пробел, кавычки Rome, кавычки закрываем, пробел, пишем минус 99999, да? Так несколько раз, да? И можно покрутить налогами, вот, и будет у нас уже низкий, допустим, 400, население 400 у нас, вот, выстраиваем, допустим. Так, мне надо немножко надо побольше мне, допустим, 1-3 тысячу будет. Чем я могу нанять? Допустим, я могу нанять себе какой-нибудь, допустим, не знаю, что можно нанять. Монагры, допустим. Или даже три рыбы, допустим. Делаем исход. Так. Зачем мы его чаем? Еще одну телерему. Что у нас тут? Так, с греками воюют. Хай. Здесь хай. Так, приобучили мы. Финансовые. Расширение света у нас идет. И финансы у нас
Сюда отсюда жопа. Полная. Сюда отсюда. Элита. Я сказал, элита римской армии наша. Наша элита. Откуда попадаться столько элиты? Ну, в общем, мы вот так. Кому было полезно это видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно. Всем, с вами Радмит Ферзир. И мы начнем, как говорится, маленький мини обзор. Ром Total War. Если вам понравится, мы будем, как говорится, проходить его полностью, Ром Total War. Да? Но в этом вот мини обзоре мы просто на чуть-чуть посмотрим имперскую кампанию, чуть-чуть, допустим, за Юлиев, да, мы уровень выберем легкий, галочку берем везде, и короткую кампанию выберем, да, вперед. Боги, я ненавижу галов. Мой дед тоже их ненавидел, даже до того, как они выкололи ему глаза. Неужели вы думаете, что я сидел бы тут на границе без всякой причины? Да, Риму нужны прочные границы. Нет, Риму не нужны немытые варвары у ворот. И вот я тут, глава семьи Юлиев, веду римские полки на галов. Месть. Это тоже причина. Война против галов не продлится долго. И я знаю, что буду делать, когда она закончится. Могущество. Власть над Римом. А это значит, что мне придется разобраться со всеми конкурентами. Сенат, греки, карфагеняне с их слонами, сципионы и бруты тоже. Тот, кто правит Римом, правит миром. И однажды я стану императором. Ну вот.
Когда-нибудь я тоже стану императором. Сейчас все само пройти. То есть быстро-быстро это, как вы знаете, нечестным способом. Лежи. Давай, быстрее, я сказал. Гу-гу-гу-гу. В общем. Так, нечестный способ, сейчас смотрим, так, нечестный способ. Так, мы отправляем всех. Приказы! Вперед! Отправляем приказы! Всех. Вперед! Так, да. Сюда. Сейчас же. Да, хозяин. Здесь. Пути пройди. Так. Сейчас включается консоль. Так, консоль включается тут. Пишем. АДД. И сумму, как вы хотите. Мне. Повторяем ее. Так. Зачем? Город нажимаем. Так, строительство. Вот. Установление. Процесс. Цепью. А, жажа и... Не... Пишу. А, Алиция. Thank you.
Приказы? Готовьтесь к бою! Осаждаем поселение, господин!